Бодрое утро, дорогие зрители! С вами Вероника Ежова, а вы смотрите «Народное утро». Думаю, каждому приятно проснуться в теплой мягкой постели, увидеть за окном океан или Альпы, получить завтрак в постель и никуда не спешить. Конечно, такое позволить себе могут, к сожалению, не все. Однако идеальное утро мы способны создать сами. Все зависит только от нас и нашего отношения к нему. Так что улыбайтесь чаще и находите хорошее даже в привычных мелочах. Начало недели, понедельник, на календаре 18 января. Сегодняшний день является завершающим для святок. В церкви его называют сплошным, поскольку он не предусматривает ни одного постного дня. А для незамужних девушек сегодня завершается гадание на суженого и будущую судьбу. Со святками связано большое количество поверий и традиций наших предков. Чтобы был хороший урожай в новом году, крестьяне обвязывали лентами плодовые деревья. Для достатка и полного стола весь год славяне в этот праздник старались отведать каждого блюда хотя бы по кусочку. А чтобы узнать больше о сегодняшних праздниках и традициях, смотрите день в календаре прямо сейчас. Крещенский сочельник отмечается 18 января. Он завершает период рождественских праздников. В этот день проводятся главные приготовления к одному из важнейших православных праздников – Крещению Господню. Одна из любимых в народе традиций крещения – купание в водоемах. Именно в ночь с 18 на 19 января православный народ окунается в прорубь. Это символизирует очищение от грехов, хотя церковнослужители говорят, что это не совсем так, и что грех смывается покаянием. Тем не менее, эта традиция прижилась и очень любима в народе уже очень многие годы. Кроме того, к крещенскому купанию нужно тщательно подготовиться как физически, так и духовно. 18 января – крещенский сочельник. Это день строгого поста. С утра и до восхождения на небе первой звезды православные христиане не употребляют пищу, разрешается пить только воду. За праздничную трапезу приступают только после службы в храме или после прочтения молитвы. Слово «сочельник» произошло от слова «сочиво». Это обрядовое блюдо из размоченных зерен риса или пшеницы с добавлением меда, орехов, изюма и семян льна, которое принято готовить в этот день. На праздничный ужин в крещенский сочельник принято подавать именно сочиво и узвар – напиток из сухофруктов и меда. Они являются символами рождения, смерти и вечной жизни Иисуса Христа. Кроме того, в эту волшебную ночь в храмах проводятся богослужения и великое освящение воды. Крещенскую воду хранят весь год, потому как многие верят, что она обладает целебными свойствами. В Мордовии в этом году также пройдут крещенские купания. Однако время продиктовало свои условия. И теперь во время пандемии коронавируса в стране и в мире купания пройдут с соблюдением всех санитарных норм и правил Роспотребнадзора. 18 января в России отмечают день рождения детского телевидения. И дата эта действительно имеет важное значение, ведь детские передачи играют не последнюю роль в воспитании малышей. В таких программах маленьким зрителям рассказывают интересные факты, их учат хорошему – вежливости, заботе, честности и доброте. Профессионалы, которые работают над детскими программами, искренне заинтересованы в том, чтобы их юные зрители росли грамотными и любопытными. Неудивительно, что в этой сфере появился собственный праздник. Советский Союз радовал стремительным развитием государственного телевидения. Постепенно появлялись новые каналы, а вместе с ними росло число детских программ и даже детского кино. Сейчас существует целый ряд детских телеканалов с огромным выбором мультфильмов и передач для малышей и подростков. Но такие передачи, как «В гостях у сказки», «Ералаш», «Спокойной ночи, малыши» до сих пор живут на голубых экранах. Как правило, телеканалы в этот день демонстрируют больше детских передач, чем обычно. Хорошей традицией является трансляция старых добрых мультфильмов, сказок и кинокартин, которые любят не только дети, но и взрослые. Всю неделю мы будем наблюдать за растущей луной. Это значит, что энергия растет, открываются новые двери, а идеи получают свое долгожданное воплощение. Легко и успешно стартуют новые проекты. Согласно астрологическому прогнозу, 18 января будет благоприятным для всех, кто решит заняться планированием или заключением сделок. Астрологи говорят, что сегодня будет ощущаться возрастание дипломатической энергетики. В общем и целом, не только день богат на удачу, но и вся неделя. Далее детальный гороскоп для каждого знака зодиака. Овны.
Не нужно доверять людям, которых видите впервые. Обещания и предложения могут оказаться пустой болтовней. От интриг и сарказма держитесь подальше. Он может навредить в рабочей сфере и в общении с родственниками. Тельцы. Следует внимательно присмотреться к тем, с кем работаете. Среди них могут оказаться настоящие помощники и друзья. Живо интересуйтесь всем, что касается родных. Придется пожертвовать своими принципами ради блага семьи и детей. Близнецы. Надо сделать акцент на личном и деловом общении. Меньше критикуйте других людей, заглядывайте внутрь себя. Отношения должны быть украшены не только эмоциями, но и фантазией. Скоро осуществится задуманное, но торопить события не следует. Раки. Во всем стоит придерживаться логики и рассудительности, особенно если вопрос касается новых проектов. Здесь ошибиться непростительно, результат будет минусовой. Доверяйте интуиции, чтобы избежать проблем в профессиональных делах. Львы. Отличный день для тех, кто выступит организатором праздничных и семейных мероприятий. Вы даже сможете привлечь к себе массу поклонников, устроить личную жизнь. Шансов показать себя с лучшей стороны уйма. Девы. Гороскоп рекомендует собирать в копилку новости и ценную информацию. Все это пригодится в работе, а также увеличит энергетический запас. Вы настоящий авторитет. Это не оспаривается даже высоко поставленными особами. Шашлык придется отложить. Жители Башкирии выложили в сеть кадры неудачного приготовления шашлыка на свежем воздухе. Снег очень неожиданно и резко сошел с крыши беседки. Он потушил огонь в мангале, идеально стоявший под козырьком. Вот такой знак судьбы. Пора уже задуматься о пару кило, которые успели появиться за новогодние праздники. Так что учтите ошибки этих очень удачливых поваров и смотрите вверх после обильных снегопадов или потепления. Что необходимо знать к сегодняшнему дню? Далее в программе другие новости. Число официальных безработных россиян уменьшилось на миллион за последние 3,5 месяца. Об этом пишет Life.ru. Это может быть связано как с созданием новых рабочих мест в стране, так и с постепенным выходом из режима коронавирусных ограничений, заявила зампред комитета Софеда по социальной политике Елена Бибикова. Официальное число безработных жителей России на январь 2021 года – 2 миллиона 770 тысяч человек. Максимальное значение численности зарегистрированных безработных наблюдалось в конце сентября 2020 года – 3 миллиона 700 человек, пояснили в ведомстве. Впрочем, реальное число безработных, как отметили в Росстате, может быть гораздо выше. И в то же время число предлагаемых вакансий в конце 2020 года превышало докризисный уровень, подчеркнули во Всероссийском научно-исследовательском институте труда России. Дефицит частных домов на продаже наблюдается в России из-за роста спроса. 59% граждан, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье. Об этом сообщила газета «Известия». Руководитель направления первичной и загородной недвижимости Дмитрий Алексеев отметил, что к декабрю 2020 года предложение загородных домов снизилось, а потребительский интерес к их покупке увеличился. Спрос на покупку домов в годовом выражении вырос на 43,4%, добавил Алексеев. Согласно данным, за год стоимость частного жилья в России в среднем выросла на 7%. Из 5 миллионов семей, задумавших в ближайшие 3 года улучшить условия проживания, 3,6 миллиона не имеют возможности построить или купить частный дом. Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко заметил, что ипотека на индивидуальное жилое строительство в нашей стране пока развита крайне слабо – 5% в общем объеме сделок. Для сравнения, с помощью займов осуществляется 50-70% покупок жилья в многоквартирных домах. Дом.РФ запустил пилотную программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство 1 декабря. За неполный месяц поступило около 400 обращений. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и новых регуляторных норм в России операторы сотовой связи были вынуждены выделить средства на незапланированные расходы, а также лишились части своих доходов. Поэтому цены на услуги сотовой связи в стране могут вырасти на 15%, говорится в прогнозе экспертов агентства Content Review. Прогнозируемое повышение тарифов является вынужденной мерой, призванной компенсировать дополнительные расходы операторов и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов. Так, во время пандемии сотовые компании лишились дохода от международного роуминга. Эксперты предполагают, что рост цен произойдет напрямую и коснется владельцев тарифов стоимостью от 500 до 900 рублей. Рост расходов связали не только с эпидемией, но и с регуляторными нововведениями в России. К ним, например, отнесли социальный интернет, предоставление операторами бесплатного и безусловного доступа к сайтам и сервисам, список которых утверждает государство. Далее продолжение гороскопа для тех, кто родился после августа. Оставайтесь с нами.
Весы, вы должны твердо стоять на своем, чтобы не нарушить созданное в работе. Конкуренция возможна, но не такая жесткая, как раньше. Серьезнее отнеситесь к ситуациям, возникшим в семейной жизни. Не стоит шутить и посмеиваться над другими. Все вернется бумерангом. Скорпионы. Великолепный день для новых ярких встреч. Коммуникабельность поможет наладить выгодные связи. Финансовое положение зависит от того, как быстро вы разделаетесь с долгами. Даже если сумма большая, все равно ее верните. Стрельцы, не мешайте воспользоваться своим богатым воображением, чтобы качественно выполнить работу. Кстати, в любовных отношениях оно тоже окажется полезным. Позвольте себе быть свободным от того, что держит в тисках. Козероги. Ваша жизнь будет напоминать полосатую зебру. Но анализировать каждый свой шаг не стоит. Это нормально, когда судьба подбрасывает испытания. Главное, не уходите в депрессию, налаживайте состояние души. У одиноких людей возможна счастливая встреча. Водолеи, вам захочется приносить людям добро и радость. Это прекрасно, но про свои нужды и интересы не забывайте. Попытайтесь все это синхронизировать, чтобы не оказаться волшебником поневоле. Отличное время для веселья и творческой работы. Рыбы. Гороскоп предсказывает вам удивительный день. В работе будет много перспектив. Не упустите их в потоке мелких дел. Со здоровьем все в порядке, если не считать легкую простуду. Одевайтесь теплее, и все будет хорошо. Скоро в специально оборудованных местах начнутся массовые погружения в ледяную воду в ночь праздника Крещения. Что же делать, если вы являетесь неподготовленным человеком, но окунуться в прорубь очень хочется? Вам просто необходимо ознакомиться с основными правилами купания на Крещение, знание которых поможет предотвратить возникновение негативных и опасных для здоровья последствий. Кстати, правильное питание перед этим обрядом тоже очень важно. Что есть перед и после купания в проруби, а что нет, подскажет профессиональный врач и диетолог. С 18 на 19 января отмечается православный праздник Крещения. Одна из старейших в народе традиций данного события – купание в проруби. Однако в условиях пандемии правила меняются. Сегодня специалисты советуют воздержаться от крещенского купания людям, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Кроме того, если у человека есть подозрение на любое заболевание, от погружения тоже следует отказаться. Если вы все же решили окунуться в прорубь на крещение, кроме основных правил погружения в холодную воду, важно придерживаться и особого рациона питания. Необходимость подготовки специальной в плане питания к данной процедуре, естественно, есть. Какая же она? Она связана с тем, что большая часть населения идет в прорубь купаться в не совсем трезвом состоянии, то есть после употребления алкогольных напитков. Это первая и большая причина, которая может нанести вред вашему организму, в частности, обморожению. Поэтому ни в коем случае не употребляем перед погружением никаких крепких алкогольных напитков. Следующим пунктом, на который я хотела бы обратить внимание, это тот факт, что перед погружением не обязательно нужно покушать плотно и достаточно калорийно. Для чего это нужно? Для того, чтобы энергоресурсы, которые мы затратим в процессе погружения и выхода из воды, были полностью затрачены. Если мы будем плохо питаться перед погружением, то, соответственно, никаких сил для восстановления после данного процесса у нас не будет. И пациент или человек может быстро заболеть. Что бы я посоветовала в плане употребления блюд перед погружением, это обязательно что-то белковое, ну, в частности, говядина, телятина. Но в этой ситуации можно использовать и более жирные сорта мяса, например, свинина. А также необходимость использовать круп, как углеводных продукты и клетчатки, и овощей. За пару часов до погружения важно плотно поесть, чтобы обеспечить организм большой запас энергии для согревания. Не забывайте о том, что употребление спиртных напитков может привести к обморожению. И помните, самое главное, что необходимо сделать перед купанием в проруби, это проконсультироваться со своим лечащим врачом. Сделать это нужно даже при отсутствии признаков болезни. Все ждут с нетерпением зиму. Это чудесное время для всей семьи, особенно для детей. Нарядная елка, снежные горки, ледянки, ватрушки, лыжи и коньки. Все это помимо радости может принести неприятные и даже опасные ситуации. Травмы, ушибы, порезы и ожоги. Чтобы зима запомнилась только счастливыми моментами, стоит соблюдать некоторые меры предосторожности. Простые и понятные правила помогут вам обезопасить всю семью и насладиться всеми прелестями зимнего сезона.
Зима в самом разгаре. Кто-то влюблен в это время года, а кому-то хочется впасть в спячку до самой весны. У первых, к слову, скорее всего, дома до сих пор стоят праздничные елки, потому что расстаться с волшебством Нового года бывает нелегко. Но живые ели, увы, не смогут прослужить нам долгое время. Поэтому избавляться от них специалисты советуют вовремя, сразу после новогодних праздничных выходных. И утилизировать не значит выбросить в мусорный бак. Например, дерево можно передать в зоопарк, ведь там животные всегда рады этому хвойному лакомству. Получится, что и природа цела, и животные сыты. Лошади Пржевальского у нас кушают, северные олени, ламы, верблюд. У нас все тибетские, домашние яки у нас едят. То есть каждый животный находит свое. А еще вместо костров, когда люди сжигают ненужные вещи и отслужившие предметы интерьера, можно поучаствовать в полезном для экологии мероприятии. Так активисты движения «Эко» организовали акцию, где принимают то, что уже пора выкинуть или сжечь. Пусть старые вещи желанным подарком назвать сложно, но вот природа за такую акцию точно скажет спасибо. Вместо свалки одежду, бумагу и батарейки отправят на переработку. Принимают волонтеры и новогодние деревья. Они тоже еще могут послужить. Для окружающей среды такой вариант событий гораздо лучше костров. Зима – время чудес и волшебства. Поэтому прогулки по зимнему городу или выезд на природу очень кстати. Но зима – это время не только праздничное и красивое, но и опасное. Гололед и сосульки – еще не все факторы риска. Обычная прогулка в сильные морозы может пагубно сказаться на здоровье. Поэтому разгуливать, например, без шапки и в капроновых колготках в это время не стоит. Наиболее часто воздействию низких температур подвергаются открытые участки тела. Это лицо, выступающие части тела, пальцы рук и ног. Воздействие холода может привести как к легкой степени отморожения, это как бы шелушение кожи впоследствии, да, изменение чувствительности, так и к омертвению вообще тканей, что может впоследствии вызвать даже инвалидизацию. Обязательно теплая одежда, головные уборы и перчатки. Ну и главное – не задерживаться на морозе. Стоит беречь себя, несмотря на то, что хочется как можно больше провести времени на свежем воздухе и насладиться этим прекрасным временем года. Этот период невозможно представить без зимних забав, которые любого взрослого возвращают в детство. Из традиционных – катание с горок на коньках и на лыжах. В моду вошло катание на тюбингах и ватрушках. Это весело и увлекательно, но стоит помнить и о своей безопасности во время катания. Ведь покатушки на ватрушке и на санках могут закончиться трагедией. Кататься можно только в специально оборудованном для этого месте. В Саранске, к сожалению, обустроенных горок для катания на санках и ватрушках нет. А излюбленные горожанами несанкционированные для спусков места – ограждают предупреждающими сигнальными лентами или посыпают песком в избежание несчастных случаев. Конечно, опасно, и люди должны как-то соблюдать осторожность, чтобы не произошло каких-то несчастных случаев. Ну, как я могу сказать, заграждение должно быть. Из доступных зимних развлечений в столице Мордовии – прокат лыж и коньков для любителей активного образа жизни. Здесь можно проявить себя в полной мере. Да, Новый год прошел, а вместе с ним и длительные праздничные каникулы. Но зима все еще пахнет мандаринами и хвоей, а время сказочных приключений продолжается. Январь в разгаре, февраль в ожидании. Следует использовать каждую возможность, чтобы насладиться зимой. Даже морозы и снежные метели, которые очень актуальны в январе, хороши. Ведь именно они учат любить и ценить тепло, морозные зимние вечера с их тишиной, время отдыха и раздумий. Украшенный разноцветными огнями город похож на волшебный хрустальный шар, а падающий снег придает пейзажу особую атмосферу. Кстати, получаются отличные фотографии. Гуляйте по городу, парку, лесу. У каждого из нас найдется своя причина любить зиму, и пусть у каждого этой зимой сбудется самое заветное желание. Программа подошла к концу. С вами была Вероника Ежова. Помните, что мы можем выбирать настроение по своему усмотрению и радоваться жизни каждый день, находя приятное даже в мелочах. Продуктивного понедельника. До свидания.